Королевство Саудовской Аравии празднует свою 93-ю годовщину объединения под руководством королем-основателем Абдул-Азизом ибн Абдурахман аль-Саудом, да помилует его Аллах. Путь, который был продолжен его сыновьями, королями Саудом, Файсалом, Халидом, Фахтом и Абдуллой, да помилует его Аллах, до периода правления служителя двух святынь, короля Салмана бин Абдул-Азиза аль-Сауда и его королевское высочество, принца Мухаммада бин Салман аль-Сауда, наследного принца председателя Совета министров Саудовской Аравии. Наблюдается развитие во всех направлениях, как в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, что стало причиной обретения королевством престижного статуса среди стран мира. Саудовская Аравия уделяет особое внимание двум святыням – Мекке и Мадине, религии ислам и мусульманам всего мира. Королевство укрепляет свою эффективную международную роль благодаря своей ему членству во многих международных и региональных организациях. Пользуясь благоприятным случаем, имею честь направить самые искренние слова поздравления и наилучшие пожелания служителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азиз аль-Сауду, а также наследному принцу, председателю Совета министров Саудовской Аравии, его королевскому высочеству, принцу Мухаммаду бин Салман аль-Сауду и народу Саудовской Аравии. Также имею честь выразить благодарность братскому народу Кыргызстана, президенту Кыргызстана, Республики, его превосходительству Джапарову Садыру Нурходжоевичу и его правительству. Пусть Всевышний Аллах дарует нашим странам мир, стабильность и дальнейшее процветание и удостоит честью и славы наших лидеров. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Yeah!
لسان أمجادنا ولغة أجدادنا تألقت بحروفها الفنون وأسرت بتاريخها القلوب والعيون. صدح فصحاؤها على المنصات وزينت عباراتها أجمل البنايات. منها وإليها سافرت المعارف والثقافات واكتملت بنصوصها المشاهد والحكايات. فكانت لغة العصر في التصاميم والرسوم، واعتلت منابر الثقافة والعلوم. لغة القرآن والشعر والبيان،